За что ты вот так? Ну за что? Что он тебе плохого сделал? Не поздоровался с тобой, да? Не поприветствовал тебя. Ну, задай ему перцу. Пусть в следующий раз уважительнее относится к Марсику. Да-да-да, правильно. Это он какой? Главное, Марсик приходит домой, а он сидит и не приветствует Марсика. Да-да-да, правильно. Научи его вежливости и внимательности. Фух. Ну, отдыши, отдыши. Его уже как поверженный. Все, победил? Победил.